не турист, а полковник разведки. Журналисты-расследователи выяснили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении новичком в Солсбери. Специалист по фитнесу Руслан Баширов оказался Анатолием Чипигой, полковником ГРУ и героем России. Светлана Чернецкая расскажет подробности. Ни одна британская газета не обошла вниманием новые подробности по делу отравления новичком. Это топ-новость и в телевизионных новостях. И никто не ставит под сомнение надежность новой информации. Имя и биографию так называемого Руслана Баширова разоблачили журналисты группы Bellingcat. Это расследователи, которые в частности помогают официальному следствию по делу сбитого над Донбассом Боинга MH17. По их данным, Баширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чипигой. 39-летний мужчина учился в элитном военном командном училище в Благовещенске. Именно оттуда и начали расследование журналисты. Обнаружили, что он также служил в элитном подразделении спецназа под командованием ГРУ. Это же подразделение сыграло ключевую роль во Второй Чеченской войне, а также было замечено вблизи украинской границы в конце 2014 года. Тогда же Чипига получил звание Героя России, высшую государственную награду. В своем выступлении на Генассамблее ООН британский премьер Тереза Мэй в очередной раз обвинила Москву в отравлении в Солсбери. Такие страны, как Россия, жестко нарушают международные нормы. От захвата суверенной территории до безрассудного использования химического оружия на улицах Британии агентами российского ГРУ. В британской прессе удивляются, что организовать отравление в Солсбери отправили полковника, да еще и героя России. Обычно полевую работу выполняют оперативники со званием не выше капитана. В Москве эту информацию называют манипуляцией. И напомню, что сами подозреваемые в отравлении в Солсбери отрицают свою причастность к преступлению. Называют себя туристами, которые приехали на 2 дня в Британию, чтобы посмотреть собор в Солсбери. Великобритания готова привлечь к ответственности россиян. Лондон уже получил европейский ордер на арест Баширова и Петрова. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».